Приветствую, друзья. Вот погода меняется, дождь, гроза, ветер обещается, уже я чувствую, меняется атмосферное состояние. И уже мне пишут, кое-у-кого уже и тревожность, и голова болит, и панические состояния. Но я на этот случай вам еще раз напомню. Я когда-то рассказывал в ролике, что однажды в детстве у меня очень дико болела голова. И я пришел к дедушке, и был весь бледный. Он говорит, что такое бледный? Я говорю, не знаю, почему сегодня целый день такое состояние. Он меня посадил на стул, положил одну руку на лоб, а другую вот сюда. И стал сжимать мне голову, лоб и из-под затылка, вот так вот. Сжимал, и потом отпустил. И у меня голова прояснилась. Я еще рассказывал, как я со своим другом Олегом Зориным был когда-то на море, и мы с ним тогда выпили, ну, молодые, и, видимо, этот алкоголь был какой-то некачественный, и у него такие начались дикие боли, и он зарывался в песок и стонал, потому что, ну, такая была дикая боль. Он говорит, не знаю, что делать, прямо голова разрывается. Я ему сказал, сядь, Олежек. Он сел на песок, и я ему положил одну руку на лоб, а другую под затылок, как дедушка мне показывал тогда. Ну, не показывал, а помогал. И я ему так стал сжимать, и отпустил. И у него легче стало. Ну, вот вы можете сами себе вот так положить, а эту сюда, вот здесь под затылком, и сжимать, потом отпустить. Или вот так кулачком делать так, чтобы венозный отток наладить, вот так, и говорить себе, ой, как хорошо, да-да-да, это скорая самопомощь. Погода меняется. Для новичков хочу сказать, 10-12 дней записывайте, пожалуйста, атмосферное давление, геомагнитную обстановку, температуру, дождь, ветер. Чтобы когда вы вдруг неожиданно почему-то, как вам кажется, неясно по какой причине чувствуете себя плохо, потом выгляните в окошко и поймете почему. И примените и вот эти приемчики, и ушки разомнете, и вот это сделаете. Таким образом будете себя поддерживать. А на самом деле хорошо бы знать ключ, вообще-то ключ. А это дополнительные инструменты самопомощи. Когда вы ключа не знаете. Когда ключ знаете, да, добавьте элементы ключа, вообще будет супер. Да, будет внутренняя такая уверенность, что в любой ситуации все вам нипочем. До встречи.